Йоу, это что, инопланетянин? Знаешь, это неприятно, не называй нас так. Мы пришельцы. Еще бы, блядь, гуманоид сказал. Офигеть, а что ты делаешь у нас в деревне? Мы с корешами прилетаем к вам на Землю пару раз в месяц. А зачем? Вы тут типа опыты проводите? Нет, сказать по правде, на Земле у вас самые красивые девушки. Ну да, это точно. Слушай, а кого вы больше любите? Там, русские, азиатки, может, мулатки? Да знаешь, нам на самом деле не важно. Главное, чтобы вымя было побольше. Я тебя понял. Короче, все так же, как и у нас, да? Только не называй их грудь выменем, они вроде как на это обижаются. Обижаются? А они разве понимают вашу речь? В смысле, ну конечно. Ну я думал, они только мычат. Мычат. Ну да, типа. Ты что, говоришь про коров? Ну да, коровы, земные самки. Нет, это не наши самки. Ну, точнее, не человеческие. Да нам особо не важно. Они в постели просто бешены. Это главное. Слушай, Ваня, приятно было пообщаться, но мне пора, у меня корабль скоро отбывает. А, окей. Кстати, дорого стоит перелет из вашей галактики на Землю? Да нет, если брать билеты через авиасейлс. Ну все, приятно было поболтать. Давай. Алло, бабуль, привет. Слушай, я к вам скоро приеду. Вы же с дедом еще держите коров?